грудью защищала своих детей. Она же первой приняла пулю в свою голову. Потом детей он бандиты расстреливал. Она защищала, не спряталась. Там, оказывается, все классы заперлись. Она не... Это она моя сестренка. О, Господи, а он сейчас. Это родной брат, я ее старший. Она всю жизнь как закончила вот школу, ВУЗ, всю жизнь в школе. Сначала у себя в родной деревне, потом в Ульяновске несколько лет. Потом она переехала сюда, вот, и с 2000 года в эти казанские школы. Вот. Она рядом там жила, можно сказать. И утром, и после обеда, и вечером она. Можно сказать, она жила там, да. Очень светлый, прекрасный человек была. Вот слов нет. Такая приветливая была. Со всеми очень дружно жила. Прекрасная бабушка, прекрасная мать была. И учениками очень хорошо она ладила. Все прямо, сколько вон там ученики были, на похорон пришли. Очень светлый человек. А учился я с первой, по четвертый класс. Она еще тогда преподавала в 174-й школе, была хорошая, очень отзыв, всего добрый, и самое главное, добрый преподавательница, понимающий. Она была хорошим, прекрасным учителем, начальник классов, пользовались абсолютным авторитетом в школе. Ее любили, ценили, уважали, всегда оберегали. Вот в этот раз не получилось, к сожалению, вот так случилась такая беда. Поэтому терпение ее семьи, ее дочери.